Вас приветствует супермаркет Семян, и сегодня мы расскажем вам об упаковке французской компании Клосс, а именно томата Хилма. Это томат для всесезонного выращивания, для пленочных теплиц, а также для выращивания в открытом грунте. Перед вами вы видите вот упаковку. На упаковке указаны следующие данные. Название гибрида, количество семян, которые упакованы в данную упаковку, номер партии, вес 1000 семян, срок полезного использования, а также чем обработаны семена. В нашем случае семена обработаны Тирамом. Внутри семена красного цвета, вы это увидите позже. На обратной стороне у нас нету фотографии, но это не обозначает, что упаковка не оригинальная, это оригинальная упаковка компании Клосс. Они бывают, вот, например, как Кристалл с фотографией, ну или как же Хилма без фотографии. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.